Меряем, меряем, как же оно красиво должно быть. Иди сюда. Не угадал, что? О. Вот так. Там растворчика чуть-чуть. Смотри, как хорошо. Класс. А вот эти? А тут раствором замажется. А это место для... А это место будут сюда ставиться... Шампуры? Все, что надо, будет ставиться. Типа упор для сетки. Сетка будет ставиться, елочка сюда будет ставиться, крестовина будет ставиться, казан сюда будет ставиться, все будет ставиться. Ух ты. Некрасиво я вырезал, мне не понравилось. Ну давай следующий режь. А мне нравится. А ну, зрители, оцените. Нравится вам. Пишите в комментариях. Критику принимаем. Мне подходит. Критику как принимаем. Скажете. Если мы неправильно строим, пожалуйста, помогайте, да. Пишите. Знающие. Конечно, я знаю, что надо тут делать горловину, чтобы она сужалась. Ну, и так будет работать у нас. Эксперименты. Мы его заставим. Это мои идеи. Восплощаются в жизни. Если так я поставлю, мне так хуже. Вверх ногами? Так хуже. Угу. Только подрезать. Так, повырезали мы. У нас остался последний камушек. Сейчас мы замеряем, примерим. Нарисуем. Срежем. Вот так вот. Раз. Раз. Теперь что мы делаем? Вот так. 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 Эти уголки надо срезать, все, да? Теперь эти уголочки аккуратно срезаем. Thank you.
Хорошо? Хорошо. Угадали. Угадали. Все замечательно. Все исключительно. Все. А сюда будет ставиться крестовинки. Шампура можно будет вешаться. И обязательно надо сделать нормальную крышку сюда, чтобы когда прогреется, чтобы сохранять нормальное тепло. Раствор остался? Раствор есть. Сейчас будем сажать на раствор. О. Мочить больше не будем? Нет, они мокрые. Так. Начнем, наверное, с вот этого камушка. Вот как они стоят, так и будем сажать на раствор. Так, первый пошел. Здесь мы убираем, да? Ну, я так. Я ж не спешу никуда. Угу. Опа, чуть туда не упало все. Так, что самое интересное, осталось у меня уголочки. Ха, чего бы их не применить? Те, что срезали, обратно положили. Интересно. Только рядышком, да? Вот так вот, да? Здорово. Раз. И потом все это зальется жиденьким растворчиком. И будет шикарно. Нет, этот я, наверное, зря пока еще всунул. Нам же надо этот кирпич поставить. Так оно все. Замечательно, шикарно получается. Это мы всунем. Проверочка. Проверочка. Все шикарно. Прям все 90 градусов. Эти два кирпича идеально, да? Да. Мы сейчас это дальше засунем. Тут у меня сборщика. А этот не станет, наверное. Стал? Станет. О! Ух ты. Все-таки два кирпичика будет. Два кирпичика. Тогда будет законченный вариант у нас. Как оно так, да? Угу. О! Здорово. Так. Продолжаем.
сторон идеально. Так, что мы туда запихнем? Запихнем мы сюда. Не хочет. Как мы тут пихали? Вот так. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Все-таки красиво будет. И крепче. Так крепче, но. Но все равно меньше дырочек. Больше камня. Так, теперь ставим этот камушек. Лишнее выдавит. Упала. Упала? Поднимем. То не страшно. Так, ебать. Сейчас еще упадет. Так. Ну, как она? Чуть-чуть завалили. У тебя глазомер? Идеально. Нету этого, чтобы мерить прибора? Ну, есть уровень, но тут же вверх. Так нормально. Видно, да? Да, ну и так видно. Так. Теперь поднимем цемент? Нет, надо еще померить мне вот этот вот. Угол. Уголочек. Здесь совпало и здесь совпало. Нет, чуть-чуть. Не совпало. На меня, да? Вот так мы его поставим. Угу. Все. Идеально. Тут идеально. Так, теперь ставим этот. Хотя надо было бы уровень взять. Сейчас пойду возьму. Собака помогает. Уже темнеет. Ты смотри, как будто бы... Угадал? А тут не угадал немножко. Тут надо ниже сажать. Ну, там чуть постучать можно. Сейчас мы его посадим ниже. Лучше посадить ниже, а то сковородку будет переворачивать. Картошечкой жареной. Чуть-чуть еще. А тут хорошо камень? Идеально. Идеально почти тут. Чуть-чуть пристучать надо. Вот этот может стукнет. Ну, этот вырвется. Чтобы он больше у меня был. Как крышка наша ляжет, интересно. Так еще два залей. А подожди, надо. Меряем временную крышку, а, да? Она неровная. Неровная? Нет. У меня есть другая. Маловато чуть-чуть, да? Маловато, но не, не получится, надо большую крышку. Угу. А вон в бочке есть крышка. Можно будет вырезать. В принципе, нормально. Ладно, потом будем мерить, да? Да, сейчас еще это поставим. Это уже темнеет. Уже темнеет. Нам еще чуть-чуть осталось доложить. Ну, белка садится. Кирпичики мочил. Ну ничего.
Раз темней, значит хорошо. А ты накрывать будешь на ночь? Вдруг дождь да, будет? Да, накроешь. Ты достаешь то, что попадало, да? Угу. Ну, широкая длина, никакая глубина. Ну, вот мне стою почти по пояс. Глубокий получился. Да. Сейчас тут я подмажу вот вместе. Поехали. Все, дорогие друзья, вот мы и построили. Сейчас я обмажу вот эти все стыки и пусть сохнет. Дальше будет. Недельку-две у нас будет оно сохнуть, потом мы его немножко протапливать будем. За это время я крышки сделаю сюда. Покажу вам, какие крышки будут. Итак, вырезали мы 4 кирпичика. Сейчас мы их так приблизительно под 90 градусов выставим. А где-то так. Еще этот. О, где-то вот так вот. Главное, чтобы сковородка поместилась. Да ты что, входит и выходит. Замечательно выходит. Теперь мне надо заполнить вот эти уголочки. Есть у меня вот сколько? 4 кусочка. Еще 2 кирпича остается. Вот. Я вот думаю, как их поставить. Или вот так вот поставить. А эти места заполнить. Наверное, я таки так и буду ставить их. Да? Вот так. А что тут? Или ставить их вот так вот и заполнять. Будет. Тогда маленькие уголочки только остаются. Уголочки меньше остаются, да? Угу. Ну попробуем. 2 кирпича все равно еще есть. Лишних мы купили, да? А сколько кирпич стоит? Сколько? 14,50 гривен. Не. Да? 16 гривен один кирпич? Не, 15,80. Ну, 16. Около 16 гривен, короче, один кирпич. Ладно, потратишь кирпичи, попортишь. Так, так что вы мне скажете? А? Наверное, вот так. Наверное, вот так мы будем там получается ставить. Маленькие уголочки, да, вот так, наискосок. Тоже угу. Замерять же надо. Тогда. Карандаш где свой? Нет, надо их замочить вначале. Чтобы они не пылили. Это один. А нам 4 кусочка надо. Угу. Ну, так один вырежи, а потом по нему. Не, по нему не вырежешь. Наверное, надо по месту вырезать. Второй. А внутри как колодец, смотри. Третий. И четвертый. Да, все, замачиваем. И бульбочки идут. Смотри, как сильно бульбочки. И бульбочки идут. Подождем немножко. Для вас время пролетит незаметно. Длинный. Ты смотри. И один до пола? Вот. Ого. Сколько шашлыка? Вот. Отсюда до сюда. Целая рука. Ты что так показываешь людям? Класс. А наедимся. Когда будем делать пробу, целая рука. Сколько помещает. Шашлыка можно захавать? И все, сниму на видео. Класс, ждем. Тут одним шампуром можно всю семью накормить. А мы двумя. 2 кирпича мало на крышку. А самсу готовить вот. Будем? Да, теперь надо будет сюда. Мысли вслух. Это закроет.
Это не ржавейка? Идеально. Нет, это ржавейка, да? Идеально. А тебе надо сверху. Что? Просто, чтобы вверх? А вот тут дырка. Дырка будет. Я его вырыхтую. Тут две ручки сделаем. Приварим. О! Покажи, покажи. Не ехать. Не ехать. Вот кирпич. Вот. Раз и все. Класс, знак был. А где знак стоит? Да, сами думаю, нарисовали. Он уже столько лет валяется у нас дома. В общем, это будет крышечка для прогрева. Но думаю, в дальнейшем из облегченного шамота сделать крышку. Такую хорошую. Может, железная лучше? В интернете, кстати, есть видео, как такую крышку сделать. Мы тоже сделаем видео. Да. И тогда, смотрите. Тогда там дыр будет прогреваться вообще идеально. А, в нем еще и коптить можно. Да? Да. Коптить? Мне уже пахнет. Копченой колбаской. Так. Ставим, замеряем, чертим. А, по низу. Что мы будем отрезать. Опа. Все внизу срезаем. Вот, вот это мы срезаем. Как в тебя камешек полетит? Как у меня камешек полетит. Начинаем срезать его. Еще раз раствором залепит. А тут прилетят. Примеряем. Примеряем. Попал? Сюда некрасиво входит. А сюда? Сюда некрасиво входит. Не входит. Сюда много. Вот сюда лучше всего. Но надо вот здесь немножко подчухать. Наступило утро следующего дня. Уже даже после обеда. Хочу показать, он немножко подсох, муж уже помыл все, здесь положил кирпичик. Сейчас покажу вам окончательный результат. Пока он будет сохнуть 2 недели, пока съемок не буду вести. Позже буду показывать дальше. Вот каждый камушек отмылся, красивый получился. Посмотрите, какой красивый. Вот такой окончательный результат. Через 2 недели покажу в работе его. А со стороны выглядит вот так. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Будет много интересного. До свидания.